Росатом вместе – новое масштабное мероприятие госкорпорации «Росатом», объединившее в одну сеть несколько социальных проектов, реализуемых в Атомградах. Проект стартовал в 20 городах. В нем активно участвует и Десногорск. Основная цель мероприятия – привлечение жителей к активному участию в решении вопросов в сфере образования, медицины, культуры, а также на развитие талантов и патриотическое воспитание. На это направлены уже известные многим проекты – «Школа Росатома», «Территория культуры», «Слава Созидателям», «Гражданин страны Росатом» и другие. Участники собрания отметили высокую важность программы «Росатом вместе» для нашего города. Я думаю, что каждому ветерану очень приятно знать, что память о нем останется надолго, что о нем будут знать не только его дети и внуки, но и, может быть, и правнуки. Это очень полезный, приятный, значимый для всех конкурс или вариант участия «Росатома» в жизни жителей нашего города. Вы знаете, я общаюсь много и не только с пенсионерами Смоленской атомной электростанции, но и с пенсионерами городскими, так скажем. Они тоже замечают, вот, что город стал у нас интереснее, культурнее жить, вот много всего разнообразного. Поэтому я, конечно, прошу всех наших жителей, всех десногорцев, давайте проголосуем за то, что этот проект нам помогает жить, интереснее жить, активнее жить. Давайте улыбаться друг другу, будем повышать друг другу настроение. Итогом всех конкурсов станет фильм об участии в проектах и презентация городов. Финальное событие состоится в декабре в Москве. Победитель получит грант на развитие города на общую сумму 10 миллионов рублей. Чтобы в городе происходило еще больше ярких и красочных событий, госкорпорации «Росатом» необходимо получить обратную связь от жителей. Проголосовать за проекты, реализуемые в Десногорске, можно на сайте проекта rosatomvmeste.atomgoroda.ru. Голосование продлится до конца сентября.